платить за коммунальные услуги вовремя – это выгодно. Об этом с уверенностью могут заявить и шкаролинцы, ставшие победителями акции, организованной компанией «Энергосбыт Плюс». Как получить подарки, всего лишь вовремя оплатив тепло и горячую воду – подробности в следующем сюжете. В Йошкар-Оле близится к завершению отопительный сезон. Тепло и горячая вода в квартиры горожан поступали бесперебойно, сохраняя комфорт и уют даже в самые сильные морозы. В свою очередь, потребители столицы Мариэл в большинстве своем исправно оплачивали счета за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Поощрить добросовестных потребителей, не имеющих задолженностей за энергоресурсы, была призвана акция компании «Энергосбыт Плюс» в Новый год без долгов, объявленная в конце 2015 года. Условия акции были следующие. Нужно было в декабре заплатить не только за ноябрь, за отопление горячей воды, но и за декабрь. К большому нашему счастью и удовольствию, достаточно большое количество города, жителей города Йошкар-Олы услышали нашу просьбу, откликнулись на нее и заплатили аванс за декабрь. Вот именно для таких потребителей, для добросовестных, мы и проводим награждение по этой акции. Условия акции в Мариэл и Чувашии на территории работы филиала выполнили около 300 человек. Из них в случайном порядке были выбраны 54 победителя, по 18 в каждом городе, а это Йошкар-Ола, Чебоксары и Новочебоксарск. Для кого-то выигрыш бытовой техники стал просто приятным сюрпризом, а для йошкаролинки Тамары Казанцевой – настоящим подарком на день рождения. Получила квитанцию, узнала, что идет акция, и решила участвовать. И родные не поверили, что что-то можно выиграть, но все равно вот я получила приз, и я очень рада, что завтра у меня еще юбилей такому подарку. Шанс получить ценные призы предоставлялся всем физическим лицам, клиентам компании. Поощрять добросовестных потребителей компания «Энергосбыт Плюс» намерена и в дальнейшем. Акция «В Новый год без долгов» была признана успешной и, как ожидается, станет проводиться ежегодно. Платить вовремя за тепло – это выгодно. И мы очень благодарны жителям города Йошкар-Олы, которые оплачивают 95% от начислений. Есть, конечно, определенная задолженность, но я считаю, что очень хороший город, замечательный. И мы действительно вам очень благодарны. Спасибо.